На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Влада Абрамова. Здравствуйте! Футбольный клуб «Гомель» разгромил Мозырскую «Славию» в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Счет в матче был открыт под занавес первого тайма. Бородин в штрафной соперника в касании отдал передачу на Гомзу. Форвард гомельчан оказался точен 1-0. Во втором тайме вновь ассистентский балл на свой счет записал Бородин. Удвоил преимущество хозяев подключившийся к атаке украинский защитник Пантя. Финальную точку поставил Соловей, отличившийся с передачи Чекиды. Таким образом, Гомель продолжает борьбу за медали. А третьего места команду отделяет 3 очка. При этом у зелено-белых игра в запасе. Славия по-прежнему на 14 месте. От зоны вылета мазырян отделяет 8 очков. К слову, капитан футбольного клуба Гомель Руслан Юденков вызван в национальную сборную Беларуси. Учебно-тренировочный сбор продлится до конца этой недели. Сборной предстоит провести 2 матча в рамках квалификации на чемпионат мира. 8 октября – встреча с командой Эстонии, 11 – Чехии. Жлобинский «Металлург» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге благодаря 2 домашним победам. Первая добыта в игре с «Минской юностью», основное время завершилось в ничью. Все решалось в серии буллитов. Победу «Металлургу» принес Алексей Михайлович. Он же по ходу матча сумел оформить дубль. В следующем поединке «Столивары» на классе разобрались с игроками «Динамо» из «Молодечно». Итоговый счет 5-1. А теперь о гандболе. Гомель второй раз в сезоне уступил действующему чемпиону страны команде «Мешков-Брест». Подопечные Андрея Мочалова перед игрой столкнулись с серьезными кадровыми потерями, что в определенной степени и повлияло на итоговый результат. К перерыву Гомель уступал всего в 4 очка, однако во второй половине соперник постепенно начал наращивать отрыв. К финальной сирене счет на табло был 35-21 в пользу брестчан. В столице Норвегии стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. Напомню, в состав национальной сборной вошла спортсменка Гоцор единоборства Мария Мамашук. Свой поединок представительница региона проведет 5 октября. С новостями спорта вас знакомила Влада Абрамова. Оставайтесь на Беларусь-4.